В Москве появятся кинотеатры под открытым небом. Смотреть фильмы на свежем воздухе в городских парках столицы можно будет уже этим летом. Планируется, что сеансы будут проводиться по вечерам в репертуаре отечественное и зарубежное артхаусное кино. Предположительная цена билета от 100 до 250 рублей. Будут скидки для студентов, а также бесплатный вход для ветеранов и инвалидов. Среди адресов парки Горького, Сокольники, Измайловский, Эрмитаж. Возможно, на этих площадках также продемонстрируют фильмы из программы Московского международного кинофестиваля, который состоится в июле.